через международно-техническом форуме «Прогресс 2012», да, и наша секция «Электроника в процессах оборудования текстильной и легкой промышленности». Да. Все, кто присутствует, пожалуйста, запишитесь. Фамилия, отчество, курс и так далее. То есть, ну и давайте с вами сразу перейдем непосредственно к работе, да, непосредственно к докладу. Итак, ну, первое у нас будет использование акселерометров и магнитометров для определения положения тела. Включайте.